Спонсор прогноза погоды – компания «Гарант прав». Надоело сидеть в кредитах? Вся зарплата уходит на погашение долгов? Устали выслушивать угрозы коллекторских агентств? Мы решим ваши кредитные проблемы. Компания «Гарант прав». Полный цикл работ по юридической защите. Измените свою жизнь в лучшую сторону. В понедельник в Самарской области ожидается пасмурная погода, возможен снег. Еще похолодает, днем минус 12, минус 14 градусов, ночью 17-22 мороза. В Сызрани пасмурно и без осадков, днем минус 14 градусов, ночью до 22 мороза. Ветер северо-западного направления 2 метра в секунду. В Тольятти небо закроют тучи, днем минус 13 градусов, ночью минус 17, ветер северный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой снег, днем минус 13 градусов, ночью минус 18, ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.